Блять, Серега, ну это пиздец, блядь. Не, кому не покажут, блять, не поверят, ёпты. Она что все твердит, мне комары закусали. Серый встает. Серый очухался. Все заебись. Ай, Серега, Серега, ты не стой у порога. Когда мне Серега зарядка на телефоне кончится, но все равно я его сниму это дело. Ты как думаешь? Просто чтоб потом как показать Сереге, как он выхуяривал. В принципе, он такой безобидный вообще. Человек со стороны-то видишь, по-другому на себя смотрит. Серый, ты на 5 баллов работу сегодня сделал. Пускай старпом нихуя не пиздит. Я ему сам скажу, что все видел, все как было, все как работал. А насчет леера скажу, что там колотить надо было, чистить, а была ночь. Все спали. Дипломов нету? Дипломы где? Дипломы где? Чё, хорошо? Дипломы где? Тебе сказал, где, блядь, это, блядь, там и это, блядь, иди посмотри на. Там до другого где? Там другого там и осталось. Пустой сейф. Ну вот, значит, что положили, то осталось. Кстати, там не было, блядь, ты перед тем как топтать. Дипломы все экипажа пропали, да? Да. Нормально. Погоди, да? Погоди, погоди, как какие? Одни паспорта только. Так, сейчас. Не-не-не, Леша, ко мне в каюту это все. Ну что, у нас на столе творится, да? Пиздец. Это будет... Это твоя богата, уж. Дипломы где? Ты так сделаешь? Я ничего не делал. Это будет... Это будет прикол, что дипломы, блядь, куда-то проебались. Нормально. Молодец, блядь. Это самое. Я знал, что ты...
С одной руки неудобняк было вообще. Вот уйдешь, блин, я соскучусь. Был такой Серега штурман, который, блин, улыбнется, так это вообще пиздец. И жизнь радостной кажется. Эх. А точно уверен, что в Архангельск идем? Мы уже никуда не идем. В смысле? Мы стоим на месте. Ничего. Шаг вперед и два назад. Архангельск, Беломорск, Мурманск. Все равно мы на месте. А херня. Вон же ушло время. Да, идем, как же. Так и хорошо. А у тебя-то до какого вообще? 5 июля. Сейчас. Ну. Ты зайдись мне дольше. Ну что, до дождей посижу и все. А там и. До дождей? Да, до сентября. Там и пиздец. Нет, 1 сентября все. Ноги в руки, блин. Даже. Может, я замену искать будет? Не, вроде как я понял, Эдик собирается обратно сюда идти. Давай. А? Эдик уже в контору съебал. Не знаю, Серега с ним что-то звонился, он на подзаработать уехал, потом типа собирается обратно. Еще никуда не уехал, но до сих пор в Архангельске стоят. А?